Салам пополам, земляне, земляне с вагинами, с вами Кэмэл. Если вы меня видите, это значит, что мы отправляемся в новое историческое путешествие. Давайте отправимся в те времена, когда Пенза еще даже не пыталась быть депрессивным регионом, активно развивалась. А наши милые дамы носили свой парный элемент декора, венчающий фронтальный экстерьер особи в натуральном виде, и не знали, что в сиськи можно напихать силиконы. Именно тогда произошел один большой обман со стороны союзного руководства, который вылился в огромные проблемы для Пензы. И, кстати, эти проблемы полностью не решены до сих пор. Итак, давайте, наливайте себе ту жидкость, которая вам нравится, усаживайтесь поудобнее, мы отправляемся в новое историческое путешествие. Всем стало понятно, что в ближайшие 10 лет население Пензы перешагнет 500-тысячный порог. А это значит, что город должен развиваться совершенно по иным правилам. Должны по-другому застраиваться общественные территории, площадки. Должны быть другие дороги. И для этого администрацией Пензы был заказан генеральный план города, который предусматривал развитие столицы Сурского края на ближайшие десятилетия. И самый первый вывод, который сделали ленинградские ученые, разрабатывающие генплан: больше промышленных предприятий в Пензе строить нельзя, а необходимо заниматься исключительно городским хозяйством, потому что строительство дополнительных предприятий принесет только вред. Ну а как быть-то с промышленностью? Она же ведь должна развиваться. Правильно. На этот вопрос ответили приблизительно так. Нельзя упустить те возможности, которые связаны с формированием новых технологических рынков. Смысл национальной инициативы как раз в том и состоит, чтобы создать в нашей стране условия для развития отраслей, которые станут ведущими отраслями в мировой экономике, может быть, даже не сейчас, а через 20-25 лет. Сейчас вы видите перед собой реконструируемый Бакунинский мост. Именно рядом с ним как раз и находится то место, в котором произошел вот этот вот самый великий градостроительный обман. К сожалению, из-за ремонта моста я не могу подойти туда ближе и показать вам те самые места, которые остались от будущего, можно так сказать. Будущего, которое не состоялось. Ну, а теперь о самом обмане. В чем он заключался? Как я уже упомянул, в соответствии с градостроительным планом, в Пензе больше не собирались строить промышленных объектов. Но, тем не менее, у Москвы было другое мнение, и она решила, что необходимо таки просто, кровь из носа, построить в Пензе государственный подшипниковый завод номер 24. Впоследствии этот завод дал название целому микрорайону ГПЗ-24, и решили его строить на правом берегу, где-то там вот, за моей спиной. А что такое правый берег Пензы? Правый берег Пензы фактически это два моста, которые проходят через Суру, по которым могут ездить люди. По большому счету это такой своеобразный свой город, изолированный от основной части Пензы. Кстати, город был категорически против строительства этого завода, но Москва давила, обком давил, облсполком тоже давил. И, в принципе, по большому счету ничего не оставалось делать, как согласиться. И Александр Евгеньевич соглашается, Александр Щербаков имею в виду, но с одним условием. Будет построен
мост, который соединит левую и правую стороны города. И, разумеется, этот мост должен быть современным, как сейчас говорят, высокотехнологичным. Там должно было быть две проезжих части по четыре полосы в каждую сторону. То есть, действительно, это весьма серьезное сооружение, аналогов которых в тот момент в Советском Союзе было очень и очень мало. Завод растет, строится. Возводятся вверх заводские корпуса. А моста по-прежнему нет. И эта ситуация вызывает беспокойство. У горкома партии начинаются звонки в Москву. Что там с мостом-то? Что с нашим договором? Увещевания, просьбы. Но они ни к чему не приводят. И в итоге, в конце 70-х годов, завод был готов. А что остается делать горкому партии? Есть два варианта. Принимать, не принимать. Щербаков выбирает второй и отказывается подписывать акт приемки в связи с тем, что нарушена договоренность между Пензой и Москвой. Начинаются звонки из Москвы. Как же так? Вы что там творите? И давит на горкома, на обком партия. А обком говорит, это дело горкома, в принципе, что вы нам звоните? И это продолжалось до тех пор, пока откуда-то со звенящих высот не поступил звонок с приказом принять. И завод приняли. Система позволяла обходить горком, городские власти, для того, чтобы в определенных случаях можно было подписать акт приемки. И вот этой вот лазейкой воспользовались. И в итоге завод под номером 24 и под названием «Государственный подшипниковый завод» начал свою работу. Эта ситуация вызвала обиду в городском комитете партии, и поэтому было принято решение, опять же, не назло Москве, а исходя из здравого смысла. Жилищное строительство в районе нового завода приостановить, потому что дорога, которая проходила, по факту это только один путь вел, или через Бакунинский мост, или со стороны Пензы 3, но опять же все равно возвращаемся к Бакунинскому и заезжаем в узкое бутылочное горло, образованное мостом и железной дорогой. Не очень неудобно. И для того, чтобы не возникало транспортного коллапса, принято как раз такое решение. И по факту, в принципе-то, оно действовало до конца сытых нулевых, как их сейчас называют, до тех пор, пока не было принято решение о том, что необходимо проводить разоружение химического оружия. Договорились страны, Россия, Соединенные Штаты, выделили деньги, началось строительство завода по уничтожению химоружия. И вот под эти деньги, на эти деньги, был построен новый мост, который сейчас в народе называют Леонидовским. Конечно, он имеет немножечко другие характеристики, построен по другим технологиям, как-никак 30 лет прошло. И ситуация немножечко исправилась, но в любом случае не до конца. Если вы перейдете по ссылочке вот здесь, вот, вы сможете посмотреть, как сейчас обстоят дела на улице Антонова в районе ГПЗ 24. Съемка хоть уже старовата, но в принципе ничего с тех пор не изменилось. Как было, так и осталось. Как были пробки, как были коллапсы, так они в принципе и сохраняются. Безусловно, ГПЗ 24 сыграл огромную роль в развитии микрорайона, в развитии данной местности. Были проведены инженерные коммуникации, энергетические системы. И, в принципе, район, он стал достаточно неплохим. Но, тем не менее, транспортная доступность до сих пор оставляет желать лучшего. Вот такая вот у нас была история с большим градостроительным обманом. В принципе, история-то нужна для чего? Для того, чтобы знать ее и не повторять ошибок прошлого. Но, к сожалению, она учит тому, что никогда ничему не научилась. Я это говорил, говорю и буду говорить. Так уж, к сожалению, повелось в этой жизни. Ну, давайте, до новых встреч, увидимся. С вами был Кэмэл. Не болейте.